Всем приветульки и красотульки, с вами Леон и Алена, эй! Хоу-хоу-хоу! Мы сегодня играем «Кто твой папочка?» Вот, я тут играю за малыша, и я появился в своей кроватке, короче, первый запуск игры, мы вообще не знаем, что здесь делать. Так, ну, судя по всему, насколько я знаю, мне нужно самоубиться. Ой, привет! Ты в цилиндре, охренеть! О, господи. Мама, ты не мама. Где моя мама? Ты рожа у тебя, конечно. Ты батя. Не хочу я такого ребенка. Почему моя мама в теле бати? Все, в жопу. Не хочу, говорит, ребенка. Короче, в чем суть? Я должен самоубиться. Вот. А я должен не дать тебе самоубиться. Да, до прихода мамы, вроде как. Так, сейчас попробуем это. Ты где? Господи. Эй, а ну вернись! Ползает. Просто себя со стороны не вижу. Такой шалдак. В общем, тебе нужно обезопасить мой дом. Сейчас лестница. Мой дом, наш дом. Господи, ты похож на какую-то соплю, которая ползает. Даже не знаю, в каких хоррорах была такая же хрень. Ты на хаткрау. Ой, я по тебе попыталась, прошу прощения. Я думал, я похож на Ван Панчмена. По крайней мере, ты точно похож. У них тут лица такие, капец. О! Я вижу в розетку, можно в нее пальца сунуть. Надо вилку, да? Какую-нибудь взять, да. Надо, короче, найти вилку, сунуть. Power. О, блин, я не... А ты можешь, кстати говоря, их затыкать, по-моему, если я не ошибаюсь, какой-нибудь фигней. О, можно открыть, взять бумажку и вот, знаете. Это газ, а ну не трожь, мамин лак. Мамин лак! Сожрал все, что ли? А ну вылазь. Ты где такой? Ит. А, я типа всякой... Ты схавал бумажку, а ну-ка подожди. Я таблетку... А, таблетки, это как его? Таблетка? На, ну-ка, подожди, ну-ка. Да. О, сожрал, надо же, ну подожди. Ты решил меня накормить, что ли? Ты зеленый, ты зеленый какой-то стал. Тебе, походу, плохо. Да ты, конечно, всякой херней кормить, блин, я же так... Что там в ведре было, то и... Пошел я. Ты себя со стороны не видишь, это какая-то жесть, такая сопля по... О, у меня молоко. О, что такое? Шубить тебя нахрен. Оп. Стоять. Куда-нибудь. Не трогай тостер. О! Не трогай собака-тостер. Еще погоди, я посмотрю, как это работает. По-моему, ты меня сейчас одобряешь мои попытки самоубийцы. Если что, выдашь это за несчастный случай. Это, видать, был нежеланный ребенок, я считаю. Это вообще нежеланный. Отпусти провод, твою мать. Я его вроде отпустил. Так, стоять. Ты куда уже уполз? А вот. Все, baby wins. Ребенок победился. Нашел серную кислоту в доме. Стартинг ин 3, 2, 1, нега. Так, и теперь я за батю. Батя! Да, ну ты сейчас посмотришь, как это выглядит. Это. Так мне это... нужно. Опа. Так, я взял такие штуки, их на. Да, во, я нашел. Короче, нужно запирать вот эти вот пилюльки. Розетку. Так, а где ты? Все тебе скажи. Ой, что-то я картину уронил с бананами. А это нормально. Зашибись, я заглючил картину. 5 пакетиков травы и мискалина, блин. Так, тут закрыто. А, здравствуй. Ой, господи, в натуре Ван Панчмен. Чисто рыло такое. Так, здоровье 100%. Господи, у тебя ноги до плеч. Написано, что ты охеренно на 100%. Ноги до плеч. Ты покрисел? У тебя ноги в плечи ушли просто. Капец. А ты просто кусок такой. Ты куда? Интересно, а? Ты че? Кухня. Ты в вентиляцию улетела, что ли? На. Охренеть. О, сюда можно, ну-ка. Так, о. Я почему не могу в розетку ничего засунуть? Я не буду тебе говорить, что нужно сделать, чтобы умереть от удара. Все. Как тут в холодильнике хорошо-то, а? Я тебе за... Не хочешь мяса? Вылазь оттуда, я тебе мясо угощу. О, чисто вот, места тебе. Ух ты. Слушай, а ты можешь есть мясо? На тебе мясо. Будешь у меня чисто хищницей. Ням. Будешь моим львенком. Ням-ням. Нет, здоровье уменьшается, оно сырое, наверное. О! Че, хочешь центрифугу? Центрифуга! Ей! Подожди, я сейчас найду кнопку, включу. Я тебе включу, блин. Так, тихо. Оп. Поехали! Ох, ни хрена себе! Путешествие! Я у тебя здоровье убегает. А, пофигу, зато будешь чистенько. Да, слушай, краски такие странные стали. У меня все в негативе теперь. Да, кто есть такое. Все. О, молодец, все. Ты убил своего ребенка. Изи. Вообще, без проблем. У тебя, кстати, папочка тоже был в этой шляпе. Ну, так у меня все такие в цилиндре манерные. Так, где я появился? Почему я... А, я просыпаюсь, типа, ребенок просыпается. Wake up, son!
Ой, почему? Wake up, wake up. Почему я стартую так быстро? Ой, я нашла молоток. Так, я взял таблетки, мне надо их как-то открыть. Пилюли. Так, у меня есть молоток, и я тебе сейчас дам по морде. Просто один раз вырубить ребенка и все. А ну, положи на место. Ну, на в тебе. Ну тоже. Еще малолетний. Это музыка на фоне, это просто трэш угара садомия. Найди меня. Так-то мне вообще нелегко найти, да? Слушай, подожди, вот у меня есть замок, я могу его повесить на дверь? Ты, да, на полке. Ну, на двери, которые содержат в себе какие-нибудь отравляющие вещества, если в таком духе. Ну, просто я не могу поставить на... Сейчас, подожди. А, вот замок есть. Ну-ка, взять замок. Вот, да, я взяла замок, но я не могу его поставить на дверь. А попробую на кухне шкафчики запереть, мне кажется, это для этого. Вот, а тут еще вот. Ты пока там это, не сдохни пока. Ну, я так чисто осматриваюсь пока. Первое ознакомление, ребят, с игрой. А, да, все. Так вот. А, это шкафчики. О! Зеленая гадость! Все. А ну хватит пить там все, что не попадя. Опа! Давай! Нормально, я напился всякой шляпы. О, нормально меня вшторило. Вообще. Я не могу замок взять, короче. Так, а ты меня не видела. Видела. Бадя, помой меня! Что, у нас такая квартира перфекционистов, такая стерильная, капец. Батя, ты не архитектор или что, забегай, у тебя замков, просто 4 замка. Ты не говори. Ты меня хочешь ими забить до смерти, что ли? Заморить ребенка, ха-ха-ха. Слушай, а у меня это, здоровье как, убывает? Убывает, 43, 42, 41%, 40, а ну вылазь оттуда. Это просто я душ принимаю уже, что такого-то? Смотри, вот я присел, видишь, как я присел? Отлично. Тебя запить можно? В себе не без урода. Слушай, смотри, какая обалденная картина висит. Ты где уже, господи? Да, блин, я вот. А, подожди, это не картина, это телевизор, по-моему, да? Это зеркало. А, это зеркало. Охренеть, слушай, я умер. Здорово. Не страшно. Не страшно, умер, не страшно. Окей. Так. Моя попытка номер два. По-моему, если я получаю какое-то отравление, можно тебя накормить какой-нибудь шляпой. Да, попробуй. Своей, которая у меня на башке. Таблеточки. Так. Ладно, я попробую быть хорошим ребенком. Хочешь, я тебе свечу поставлю, свечку профилактическую, чисто вот. Куда? Куда надо. Не надо. Фитилем наружу, не бойся, все будет хорошо. Видишь? Не, батя, что-то это. Маленькая. Маленькая, это какая на тебе? Да, когда вот я к тебе вот так подползаю, вот так на тебя смотрю, это ничего. Да. Хватит на меня свечки ставить, За упокой просто, души. Опа. А знаешь, что у меня еще есть? В маминой комнате сейчас найду что-нибудь интересное. А я знаю, что тут есть. Опа. На, держи, играйся. Да ну на. Чем бы дитё не чешилось, как говорится. Ой, я нашла электрошокеровый пистолет. Нет. Это можно в батьку стрелять, что ли? Ну нахрен, я собираю вещи и ухожу. Замечательный рэгдолл. Слушай, нифига, я тебя выкрутила, я пошел. Кажется, мне нехорошо. Слушай, я вижу свою. Слушай, мне голову свернуло. Слушай, реально. Я левое плечо вижу. Что ты сделала со своим отцом? Нет, нихера ты страшный. У тебя глаза такие, как будто ты обосралась. Все, я сбежал, я жив. Так, закрыто, тут надо. Теперь быстренько пальцы куда-нибудь засунуть. Да, я тебя нашел. Я нашел тебя, дочь. Иди сюда нахрен, на тебе. Wake up, son. На, ты это самое. Где там? На, держи сковородку. О, батарейки. Ты у меня, короче, о, радио. Я нашел источник моего отвратительного настроения. Сейчас я его куда-нибудь. Стой. Ну стой, все, я его выкинул нахрен. Это на одном месте. Подойди ко мне, ты где? Я вот он, я здесь, где ты его. Ты хочешь меня молотком ударить, что ли, по ноге? Нет, я просто съела бумажку, блин. Зашибись. Ой, ведро упало. Юзхаммер на дэдди. Юзхаммер на дэдди? Ну-ка давай, юзхаммер на. У тебя здоровье убегает. Оу. Че смотришь на меня? Хочешь, расскажу тебе сказку? Ой, лучше, я и правда болею. Иди ищи мне медикаменты, папаша.
На вот пока ведро поблюй. Сейчас что-нибудь принесем. Где-то тут были пилюли. Почему здесь повсюду свечи, а они зажжены? Ведь у нас есть в доме свет. Мы же не такие бедные, судя по всему. Потому что. Так, есть... О, я нашла отбеливатель, всякие химикаты. О, я нашел пилюли, взял пилюли. Сейчас тебе дам. Где ты? Где там, ты есть? Уверен, куда картину несешь? А, она сама. Так, я остановил твой поток утекающего здоровья. Окей, пилюли отдал. Подожди, я тебе хочу за попу укусить. За попу укусить? Не надо мне за попу укусать. Капец, мы тут устраиваем, просто я тебе скажу. Ну, просто маманя придет, тут отец с перевернутой башкой. Картины летают, все дела. Ладно. Господи, это почему просто... мне так плохо, а? Лев, сделай, чтобы мне было хорошо. 10 из 10 просто вот. Я не знаю, как сделать так, чтобы ребенку в твоем возрасте было хорошо. Я нашел джакузи, я пошел. Джакузи? Прости меня, отец, но я пошел. Опа! Здесь лампа. Опа. Хочешь, я тебе лампой зарежу? Можно мыло сожрать, походу. Grab glass table. О, здесь можно... Eat soap. Что тут еще есть? Вилка есть. Нафиг. Отец, ты хреново следишь за своим ребенком. Вот я боюсь, ты никуда не ушла еще пока. Ну как тебе? О, я нашла нож. А ну пошел, чудик. Ой-ой-ой. А ну подойди ко мне. Достал нож, речь, да? Да рыжу. Так, по-моему, когда мать вернется уже, а? Да хрен его знает. Есть хочу, блин. О, нифига себе. Лил. Ты где? Это что, бойлерная? Обалдеть, тут есть бойлерная. Ты где? Я тебя... А, батя победил. Окей. Да ты же знаешь, что я бы, если хотела, помереть, я бы давно сдохла. Только я не знаю, как ты можешь предотвратить вот это вот. Оно карнавал. Так, а давай попробуй ты. Мама будет дома в 4. А, да? Это там так пишет? Да, ну тут время идет. Окей. Так, надо быстро свалить. Че, поздно. Ты меня не видел? Поздно, пилюлька ходячая, ну иди сюда. Нет. Ползаешь. А. Эй, а ну! Вот все, я свалил. Грамотно свалил. Вентиляция. Господи, я вижу свои глаза и уши. Так, я сейчас самоубьюсь. Я найду что-то. Зачем? А траву пить уже надоело, скучно. Так, надо как-нибудь по-особенному это сделать. Кажется, я нашла, как тебя нейтрализовать, только надо тебя найти. В смысле, нейтрализовать ребенка своего? Кажется, мы не по правильным правилам играем. Я мыло сожрал. Подожди, я хочу попробовать. Подожди, я такую штуку еще ни разу не находила. Ты где? Ой! Что-то не совсем хреново, я мыло всего лишь съел. Ну где? Помой меня! Я на кухне, из кухни есть дверь прямо в ванну на первом этаже. А, да, точно. Вот. Я хочу купаться! Купаться! Мать! В смысле, отец! Сделай мне... Я зеленый. Ёб твою мать! Бля, я, кажется, сделал что-то не так. Я могу это сожрать. Нет, не жри, это плохой ребенок. Слушай, это, по-моему, прибор для увеличения членов. Больше на это похоже. Как мне отсюда выбраться? Во. По-моему, эта штука... Ну-ка, дай сюда. Бал-бластер. Батя. Батя, я дам тебе с ноги, батя. Утопи меня. В унитазе? В унитазе, да. Еще одна свечка. Так, ты можешь само сожжиться? У меня здоровье уходит. Я съел мыло, отравлен и вообще... О! Как тебя возродить? Я не знаю, я, по-моему, сейчас опять конки вот вешу. Кстати, я так и не понял, где ты замок нашла. Замок в шкафчиках каких-то. В шкафчиках? Надо найти в шкафчиках замки и попытаться избежать. Да это нереально все успеть завесить. Ого! А, тут генерируются вещи. Вот, слушай. Да, вот, короче, тут у меня в комнате есть замок. Да ты идёшь. Я могу его взять. Понятно. А у меня, короче... Вот такая штука. Нихера себе, ты можешь меня просто за горло взять, да, типа это? А, по-моему, я могу таким образом забирать у тебя вещи, которые ты сберешь. Так, что тут еще? Сберешь. Нифига, тут есть ключ. От чего? А, кстати, тут есть же закрытая комната там наверху. Подожди, мне тоже интересно, батя! А, нет, это дверь от детской, слушай, я могу тебя там запереть. Пойдем кое-куда, я тебе кое-что покажу. Не-не-не, подожди. Че ты, знаешь, пойдем кое-куда, покажу кое-что. Это со мной уже, знаешь, много лет не работает. А че это за вентиляция? А почему я туда не могу, сука, залезть? Да, стой. О! Ни хрена! Ты меня чуть сейчас не поднял! Над головой! Я сломал об тебя вот эту штуку. Так тебе и надо вот. Ты что, ножом меня зарежешь, да? Ребенка свою зарежешь. Не, просто надо это... Это очень странный рецепт котлет был. А, да, блин, капец, картины, глюч ты, собака. Просто полтергей.
У нас тут. Сергей. Ну. Так, телевизор. Может, телевизор. О, телевизор можно включить, посмотреть, где ты там. Что там делаешь? Лалипап, лалипап, лалипап. Слушай, я нашла тайную дверь. В смысле, ты же вот двигаешься. Я прям на тебя сейчас смотрю. Приколись, я нашла тайную дверь. Слушай, отодвинь ты эти коробки, а? Подожди, какие коробки? Ну, иди в кладовку. В кладовку? Ты, по-моему, у меня твоя моделька забагалась, и я тебя не вижу. Ты у меня в воздухе висишь. А, все. В центре комнаты. Это вот и есть, это бойлерная. Да-да-да, это бойлерная. Блин, моделька ребенка, короче, у меня висит в центре зала, ну, почти в центре. Я нашла автомобиль, я, походу, сейчас отравлюсь угарным газом и сдохну. Всё. Угарным? Ну, зато это будет угарным. Весело. Очень угарным. О, вот ты меня нашел, походу. А, угарный газ, иди сюда! Я тебя не вижу, что самое интересное. Я прям перед тобой ползаю. Ну, вот в том-то и дело, я и говорю, модель... Я вот под машиной теперь. Моделька забагалась. Ну, ладно, я сейчас тогда быстренько посдохну. Ну, может, не надо. Ну, в смысле, не надо, чё я мне висеть посреди... Огнетушитель, да полюбас! Что-то, блин, тут один способ самоубийства круче другого. Ну, он прям за дверью. Огнетушителем за... этого-то. А ты поставил, типа, я не могу туда залезть? Фига. Я, кажется, в тебя упираюсь. Я моделька, её не видно. О, я нашла огнетушитель. А ну, стой. Стой на месте. Ты видишь? Я не вижу, но я слышу. Ну, я взяла огнетушитель и в тебя им хреначу. Ништяк. Чё, у меня как здоровье? Да я не знаю, у тебя вообще нет здоровья. Так, надо замок. Просто от меня убегаешь. Во, ништяк. Тык. Ладно, как... Ладно, все. Тык. Как бросить теперь эту херню? Правой кнопкой мыши попробуй. Я запираю, короче, всякие эти. Что-то плохо запираешь. Ну ладно. Блин, музыка. Иди нахрен музыка, она меня бесит. Музыка, не говори, просто бесит. Ладно, пойду. Я не знаю уже, чем заняться, я пойду это... О, кстати, я вот тут еще не была. Выкинул замок на. Че, хочешь сына во фритюре? Дочу во фритюре давай. А, во, я вижу, моделька-то, она же забагалась и висит в воздухе, теперь в ней огнетушитель. Я не могу от него избавиться. Блин, жалко, тут побуянить нельзя, стекла выбить там. Еще не говори. Фига так там квартирка. Я химраствор выпью. Все. Эй, ты че заперся? Ах ты, стерва. А, все, один не запер. А, как не запер? Я же, блин, ответственный отец должен был уже это все запереть. Че я не запер? Ну ладно, я тогда в духовку. А, ну не вот так удивилось. Ну ладно. В духовку? Да, я в духовку. Ну, ладно, давай, короче. Эй, в смысле? Выпусти меня нахрен. Я одета, сволочь. Сейчас бы ребенка невидимого подогреть в духовке. Сейчас бы. Сейчас бы сказать, сейчас бы что-то сделать. О, Baby wins. Я сдох. Собака. Зашибись! Понял. Понял. Та-та-дам-та-дам. Короче, хороший отец, я плохой отец. Плохой же хороший отец. Так, ну что бы не сделать-то с собой? Веселое такое. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, куда я пойду? Нет. Тебе, наверное, вообще все равно, куда я пойду. Так, что тут есть? Чё... Слушай, а зачем, интересно, свечи? Ой, до свидания. В жопу тебе их засунул. Это, конечно, да, это... Это по-любому вообще. Пустая комната. Что, найдешь вилку, скажи мне. Да, я там нож видела, к слову. Нож тоже классно. Так. Где же тут есть... Вот эта штука мне очень интересна. Она, правда, какая-то немножко багованная. Но я ее... Я с ней что-нибудь да придумаю сделать. Ты что там нашел? О! Ништяк, так. Я, короче, тостер. Так, тостер, что мне с ним сделать? В розетку вставь. Я вставил. Ну, все. Я не знаю теперь, что дальше. Лицо туда суй. Лицо сувать? Можно пальцы. Так. Реально писюн. Господи. Писюн? В смысле, розовый-то? Ну, я им лампы сшибаю. На. Именно для этого его и задумывали. О, господи, тут телевизор еще. Сшибаю. Я все сшибаю. Ну, такой я, значит, подключил тостер к розетке. И что? И что-то, короче, я не знаю, что с ним делать. Вы подобрали, вы кинули. Окей. Пальцы-то засовать-то за как? Тебе нужно, видимо, найти что-то, чем засовать. Ну и ладно, так, надо что-нибудь еще найти веселое. Так, здесь у нас эти батарейки нафиг. Мне так весело, я так рад.
Так, а, ох это... ты, тут еда. Еда? А, в холодильнике? Ну да, конечно. О! А в морозилке? О! Ну-ка, иди сюда, я тебя сейчас ткну. Не бойся ложки, бойся вилки, блин. Один удар, 4 дырки. 2 удара, 8 дырок. Опа! Господи, вот и труп. В кляре, блин. Окей, молодец. Дошел до этого. Да, это было забавно. Просто вилку сунул в этот. Так, мне нужен что-нибудь, что я могу использовать, чтобы ты не... чтобы ты выжила. Так, ну теперь я более-менее освоился в игре. Я думаю, что пришло время реально так набраться серьезного темпу и... Да? Ты хочешь серьезной игры? Серьезно, давай, я хочу. Я хочу. Так. No problem, Чак. Что это такое? А, мой, есть. Так, Похуй, этот музон вообще считает прям... Да не говори. Ударная сила. А можно на улицу выйти? Не пробовал? Не пробовал. Так, блин, а как надо... А, во! О! Так, иди сюда. Не пойду. Иди сюда. Не пойду. Иди сюда. Во, так. Больно. Все, так, что тут еще? Батя, ты что? Мне кажется, сейчас я сделаю опять так, что у тебя фигурка забагает. Слушай, а где у тебя... Где ты... Не вообще? Скажу я тебе. Ого. Не хрена. Так, а вот я это в можно? Бойлерной. Так, закрыта дверь. Ты в бойлерной? Да. А ты не хочешь... Не хочу. Точно не хочешь? Вообще не хочу. В бойлерной ты, значит, да? А ты не отравлялась ничем? Ты хорошо себя чувствуешь? Сына! Или дочек. Кто ты вообще? Сядь, тебе скажи. Какое большие красные ворота. Да чтоб тебя леший дрючил-то, блин, как так, же тут... Ты к родному ребенку так обращаешься, да? Нет, я про мать, которая тут по-любому хреново вещи расставляет. О, ой, здравствуй, ой, как ой, ты себя чувствуешь? Нормально все? Тихо, не подходи ко мне, мать твою. Так, правильно, я... пошел вон отсюда. Эй, огнетушитель! У-у-у! Огнетушитель! Взял, забрал мой огнетушитель. И Вася кот. О, я понял, зачем нужен огнетушитель. Эй! Глядя на свечку, я понял, я догадался, как его выбросить. Браво. Браво, маэстро. Не, ни хрена. Не... Огнетушитель, чтобы свечки тушить, но по-любому. Дринк, что-то там, я что-то выпил. Дринк, Red Paint. Блин, ёбаный насрать, блин, всё. О, какое всё цветастое. Где ты? Я в гараже. В гараже? В гараже? Опа, на меня, огнетушителем, отец. Огнетушителем. Почему твоя температура 97 по Фаренгейту? А, это норма. Всё, кончилось, не могу выкинуть. Ну ладно, всё. У меня остановилось процесс. Ну я тебя потушил, твой пукан, короче, таблетками. Сейчас открою. Вилка! Нет, только не вилка! А, хрен тебе, а я колпачки повесил на эти. Сучка, я найду розетку без колпачков. Я видел. Я найду. Тихо. Нашла розетку. Нет! Я уже успел! Да, ты успел. Но система оказалась за ребенка. Вот так вот. Хреновый отец признается. Ну ладно. Давай ты теперь мать. Да ладно, я еще хуже. Я просто дам тебе сдохнуть. Кстати, вещи, допустим, типа там химикаты, которые валяются, я могу их пить. Их можно, короче, знаешь, как в Скайриме перетягивать на верхние полки, где я не доберусь до них. Да, я так делаю. Да, ну, у меня всё-таки шареное. Ту-ту-ту-ту-ту. А если ребенок упадет с лестницы, сломает себе нахрен шею там, голову себе сломает. Так, а что ты делаешь? А, я вижу, что ты делаешь. Окей. Так, ну-ка. Что ты там? Ничего не делаю, ничего. Ничего он там не делает. Я слышу, как ты пыхтишь. Микроволновку. Слушай, а можно тебя в микроволновку засунуть? Ну давай попробуй. Кинь микроволновку куда-нибудь в этот, на пол. О, нашла. Вилка нейтрализована. По-моему, тут умереть достаточно легко ребенку. Да вообще. Или нужно каким-то быть... прошаренным папой, который вообще в доли секунды все делает, чтобы обезопасить ребенка от смерти. Не-н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 е. Что тут есть? Я уронил. Тостер вообще живет своей жизнью, я охреневаю. Это что, тостер, натованный тостер? Так, что-то open. Во, все, открыл. Бугагашеньки. Так. Блять. Мы можем это как-нибудь использовать, нет? Бойлерную.
А бойлерный, по-моему, сам по себе нельзя. Так. Одно о, машины. Я что-то забагал, я стал слишком высокий. Всё. О, нормально. Так, краска. Машина глазами ребенка, это здорово, да. Так, а, я выпил краски. Причем разного цвета. Ей! Поздравляю. Я вижу радугу. Я вижу другой мир, да? Да. Так. Не, ну должен быть какой-то противоядие или что-то типа того. Противоядие это таблетки. Зелененькие пилюли, да. Вот, у меня здоровье потихоньку, конечно, уходит. Ну, Катостер живет свою жизнью. Не живет он ни хрена, ну положи. Все везде колпачки, зараза. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, опа, сожрать все там же внутри было. Ну-ка, где там? Ням-ням-ням-ням-ням. Ладно, ладно, окей, понял. Мясо, мясо. Ребенок хочет мясо. Там что, в мусорке мясо было? Нет, я хочу, вон, холодильник открыл. Где пиво? Почему в холодильнике нет пива? Что это за семья такая? Не хардкорная. Там мясо, там здоровое питание. Мясо, иди здоровое сюда, питание? Подойди сюда. Я... Ползи сюда, солнышко. Я не знаю, где ты. Я тебя не вижу. О, здрасте. Что такое? Ты меня напоила таблетками? Не. Что-то тут ни хрена не лучше тебе стало. Ну, ладно. Все еще зеленый. Я нормально. А вот здесь тоже надо будет колпачки. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Короче, пока что самый классный метод самоубийства это... Вилкой в вилку розетку. В розетку. Я, кстати, нашла еще одну вилку. Надо ее вот сюда переложить. Никакого веселья! Ничего не знаю, я сейчас до нее доберусь. Это, конечно, займет, наверное, много времени, но я это сделаю. I do it! Just do it! Ты делаешь там, эй? Я ничего не делаю. Да, конечно, но я прям слышу, как ты ничего не делаешь. Воу! Ты, блядь, болен, что ли? Отстань от меня, батя! Батя, отстань! Я должен сунуть эту штуку в розетку. А, я успела же, да ёб твою бога! За ребенка, блин! Так нечестно! Это в во снах будет музыка уже крутиться. Опачки. Опачки, попочки. Так, надо, короче, все это дело запирать. Надо что-нибудь... О, так, нашел таблетки. Ты ничего не пил? Все уже прошаренное. Че я? Не, ничего. Так, закрыть. У меня есть короткий путь до туда, где будет радость и веселье. Это где это? А, вот все тебе скажи. Леточки. Так. А я могу сам лечиться, там найду таблетки. Допустим. Я могу вообще как-то выкинуть куда-нибудь подальше от ребенка вот этот вот мешок мусора. Черт, возьми, ладно. Useless. Так, не говори. Вот ты обезвреживаешь кухню, а я тут в ванной пойду и напьюсь какой-то дряни. Да, вообще. Пофиг, не, да? Вообще не проблема. По-моему, тут нужно не одного родителя, а двух целых, чтобы они за ребенком следили. Не говори. Симулятор слежения за ребенком, лишь бы он... А ты сейчас где? Не убился собой. О, здрасте. Реально, это зеркало. Ну, в ванне. Надо принять душ. О, нормально. Пойду-ка я бензина выпью. Эй, погоди, не надо. Поздно, батя, поздно. Так, а если... Че, ты пьешь уже, да? Да подожди, да не очень. Ну что, как на вкус? Да не очень, знаешь. Эй, а ну стоять! А, здорово! Мой бензин. Нет, не смей. Нормально. Вот так вот и поговорили, блин. Никакого бензина до прихода матери. Мама придет, блин, пожрешь свой бензин. А пока не надо. Красочка, пить. Красочка. Тихо. А, пить, краску пить. А, быстрее. Ты выпила краску? Да. Еще краски. Ёбаная краска. Все. Я пошел во врата ада. О, да. Где ты? Какой врата ада? Стой. Все. На тебе. Все. Приходу ловить. Ня! Оставил меня тут приходу ловить, реально. Ты? Пам.
Ба-ба-ба-бам. О, нифига, тут лестница есть. Эй, ну, блядь. Все пути мне перегородил, падла. Господи, какой ты криповый, когда на карту. Так, чё тут? Жить рядом с тобой не хочу вообще, не то что... За отца тебя воспринимать. Насилие в семье. Тёпу, иди здесь. Надо, короче, за тобой следить, чтобы ты ничего не сделала плохого. Так, ну, вот ну. Что за ключ? Вот я вот этого не пойму. Брось молоток, брось. А, сейчас. Как тебе, как его... Свете, брось. Как у тебя его забрать? Никак. Чё, о, ты... вилка. Нет, только не вилка. Нет, только не вилка. Ты не успел... Ай, где... Вилка, отдай, иди сюда. Нет. Эй, Сандра, вилку отдай, йо. Моя вилка, йо. О, ключ. О, ключ, вот лучше ключ оставь себе, я не знаю, зачем он, правда, если только он не открывает какую-нибудь, а там врата ада. Так, как, чё, молоток у меня? Я нашла штуку, которой ты пользовался в прошлый раз, о. Я сейчас вилку заберу. Это которую штуку? А, о, стой, отдай, моё. Эй! Тихо, моё, на. Так. Эй, поставь меня на место, нахрен! Поставь, говорю, на место, сволочь! Отпусти, твою мать! Я буду держать тебя до тех пор... Отдам. Я тебя засужу нафиг! Я тебе матери все расскажу! Да ты чё? Нет! Папа, нет! Ой, она сломалась! Ублюдок, так тебе и надо! Я уронил тебя? Скотина, да! Батя выиграл! Скинул ребенка с лестницы где-то, так, блин! Я всё матери расскажу! Ну ладно, это у нас последний раунд. Да, я тоже чувствую, что уже последний раунд. Есть такое чувство. Так, ну-ка. Рекорд по самоубиению быстро. Где? Так, что-нибудь, что можно быстро себя убить. Чем? Рояль. Я взял рояль. Так. Маленький ублюдок. Взял рояль. О, прикольно, слушай, я не знал, что эта штука работает. Я пытался. Рояль? Угу. Угу. Так, сейчас. А рояль-то работает. Что там уже на кухне? Не-не-не, я тут на пианино немного поиграл. Чисто вот сыграл это, полет шмеля. Ой, сын больной. Так, ладно, что я завязываю. Так, что тут у нас ничего? Так. Так, интересно, куда идет эта вентиляция? Так, узнаем чуть попозже. А три-то. Мне интересно, что в твоей комнате. Мне тоже интересно. О, нормально. Так, ты что там уже писюн нашел? Дитя, где ты нога? Мое! А ну почему ты? Все. Джованни торт. Все, сиди там, мать твою. Не-не-не, не буду, не хочу. Эй, как выйти? Как? Никак. Отец на страже. Ты как маленькая хрень какая-то. Я свалил! Поздравляю тебя от всей души, маленький свой. Так вот. Оп, ублюдок. Все, я полетел в космос. Нифига. Ты что там уже принял-то, эй? Сына! Я в центрифуге. А, ну ладно. Ладно. Вот такие дела. В общем, ребятки, спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки и всем тортик. Пока-пока.